Здравствуйте, а можно вас узнать, вот насчет воды, есть ли дефицит в магазинах? Ну, как видите, здесь есть. Здесь есть. То есть не хватает явно на полках товаров таких, да? Да. А вы кто? Мы с Орск.ру. А, спасибо за ответ. Ну, нашли все-таки немножечко водички, да? Нет, и в лаванде есть минералка, да, так что... Пока дефицита острова нет. Дефицит только эти, 5-литровые сейчас хватают, а это... А, то есть... Пожалуйста, полный пока. А 5-литровых все, везде раскупили, да? Наверное. Угу. Ну, боятся люди, все равно вода-то сейчас уже не очень качественная. Поэтому, чтобы не отравиться, люди берут